конечно, но уже выхода не было. Сыграл ему в тело. Первый момент. Первого судьи выступит Григорий Зеленцов. Розыгрыш, удар и мяч. Единого одинокого, стоящего на дальней штанге, и уже Никите не состояло труда замкнуть эту передачу. Как бы... Ох, момент! Какой момент! Колмахили! Этот прессинг гостей, и не хватило этой атаки только у удара поворотом! Сейчас Агаджанов. Одним из туров говорил о том, что идет в команде перестройка. Как вообще проходит адаптация дублеров? Ух, ближний угол! Тем временем оставляем этот вопрос. Не уезжает уже 3 и 4 декабря. Здесь же войска «Орбита». Подопечный Вадима Яшина. В моменте еще Новик просит. На него шла скидка от Леготина. И тут же ответ. Как не вспомнить поговорку, не забиваешь ты, забивают тебе после. Альберт Агаджанов, голкиперы команд, как и до перерыва, именно они защищают ворота сегодняшних соперников. Тем временем жарко, без каких-то инсайдов, но тем не менее хочется что-то узнать. Да. Сразу после атаки Синары оценил. Это наш козырь. Ну и еще ряд неприятностей, помимо вот этого пропущенного мяча и пятого гола ворота, но генерал из УСК «Орбита» для... не будет засчитан этот мяч прямым ударом на эту корректную борьбу. Травма в одном из столкновений очень серьезная у Данила Букаткина. В матчах с Норильским Никелем, скорее всего, Суворова мы тоже не увидим. Хотя, повторюсь, очень хочется ошибиться. Турчин! В таком составе, при таких обстоятельствах, я думаю, что молодежи нужно показывать. По большому счету даже и не разминается. Гомин! Еще есть и вариант с пасом на Абрамова. Ой, практически невидимый Калмахилидзе. В игре есть, конечно, что вспомнить. Моментами новая генерация обостряла. В первом тайме были хорошие. Ну, рады тому, что Петросян вновь на площадке. Попадут. Новик! Ой-ой-ой! Какой гол! И Вилахов! И гол забил. Ну, возможно... Это придаст импульс всей команде! По крайней мере, посмотрим. Лига чемпионов. И об этом, наверное, кто-то думает. Заигрался, поменял решение. Агаджанов успел вернуться. Сам же исправил. Тут такая плотная опека. И в численном большинстве убегает команда в белой форме. Прямо в руки Агаджанову. Ну и в этом эпизоде тоже отбили пятюню друг другу. Ой-ой-ой, ну это исключительно. Ассоциация мини-футбола России. Вообще, ух, дальнобой. К моим пожеланиям удачи и Синари, и Тюмени в этом турнире. Ух, сейчас опасно, это мы тоже уже видели. Играть до конца, не сбавлять оборотов совсем. Тем временем опасный момент. Как сейчас съездила в Тюмень. 6 очков из Тюмени. Кто привозил? Удар в дальнюю девятку. И Калмахилидзе. Леготин и Новик. На квартире. На... Ой-ой-ой-ой-ой! И гол все-таки! Все-таки гол! У Синары на паркете. Ну, она, в принципе, оборонялась. 4-3. Она же добыла. Да. Добавился, я так понимаю. Ой-ой-ой, какую передачу сейчас